школа была. Дорожная карта, мы как бы, так сказать, ей руководствуемся этой дорожной картой. Решение уже вышло, оно у нас есть в руках, оно на одно всех есть. Вот первым пунктом дорожной карты раздел земельного участка. Это у нас за Министерство имущественных и земельных отношений. А как они будут этот раздел делать на основании? Потому как, вот Николаевич сейчас расскажет, как они делают его. Срок у нас 6.03.20. Да. Ну, процедура, наверное, у нас есть, конечно, и есть. Мы посадку согласовали. Да, объект. Тем более, если посадка согласована с департаментом, то в рамках вот указанного срока на основании контракта будет сделан раздел земельного участка. Там, по-моему, уже все начали делать. Хорошо, то есть по земле понятно. У меня следующий вопрос. Подождите, мне не совсем понятно. Процедура у вас есть. 1 марта. Почему 1 марта, почему не 1 февраля? Начали с прошлого года. Это 6 марта, это решение совета. И вот, решение совета дает крайний дату. Быстрее все это сделать. Это потому что это тоже на конкурсной основе делается. Это нужно выбрать. Я объясню по-русски. Объект сколько стоит? Там порядка 250 миллионов рублей, да? Если меньше даже? Да, 250, это я про другое. Меньше 100. Но, тем не менее, нам, строителям, тоже нужно расторговать на проектирование, провести процедуру государственной экспертизы, дальше разработать рабочую документацию, да, расторговать на стройку, все это успеть сделать, дальше в сезон успеть сделать благоустройство, дальше качественно. Да, и нам никто поблажек никаких не дает. У нас и технологии, и все. Поэтому ваш 6 марта – это крайняя дата. Что вам мешает, что нужно сделать для того, чтобы вы сделали это раньше? Возможно, будет сделано раньше. Другие подразделения занимаются... Давайте без слов паразитов. Если крабы, возможно, невозможно. Вы конкретно скажете, что нужно сделать для того, чтобы это произошло быстрее? Ну, физически, наверное, надо сделать эту работу, которую включить в конкурс, и она делается по... Поручение Баринову. Организовать работу по разделу земельного участка в городце для выделения, формирования земельного участка по строительству школы бокса в максимально короткие сроки. Понимаешь, что там 6 марта это крайняя дата по дорожной карте, по решению по старому заводу инвестсовета. У меня просьба, там протокол нужно сделать, дайте по жизни, у вас кто этим занимается? Ну это занимается управление Башкировой Марии Сергеевны. Нет, у них Нижтехинвентаризация может работу вам сделать в рамках государственного задания? Ну, наверное, можно, просто это другие отделы делают. Все, понятно. Занимается Зотова. Зотова, да. Я переговорю по поводу скорее. Хорошо. Она не на пенсию вышла? Хочу. Разберемся. Я понял, кто занимается, я разберу. Хорошо, по жизни я попробую. Лариса Прокопьевна, то есть там понятно. Теперь вопрос. Александр Николаевич, что нам мешает сегодня для начала работы? Сейчас ТЗ, смета на... Дайте ТЗ. У нас нет ТЗ. Ну, спортивный вы еще, извиняюсь. Ясно, второй вопрос. А мы, когда делали проект промстройпроектом, вы давали им предварительное ТЗ. У вас есть, а нет его? Не знаю, где это? У нас картинок даже промстройпроект. Борисович в рабочем порядке договаривался с промстроем. Да, и мы выдавали ТЗ. У меня, к сожалению, зачем тоже не такой. Я хотел пожелание, потому что проект нам просто прессовал. Давай. Борис, записывай за нами. До конца недели.